Добрый день, пчеловоды! Для привлечения роя над пасеками надо вешать привои. Привои бывают разной конструкции. Вот, предположим, как здесь показан, наверху доска, снизу холстик из прополиса, и внизу прибивается магазинная рамка. И вот такие привои хорошо работают на пасеке. Такие привои я вешаю на 2-3 метра от земли. Где-нибудь на кустах примерно. Или вот как здесь, 6 длинный. Желательно вешать в тени и над пасекой, где стоят ульи. Для того, чтобы если рой выйдет, он должен привиться на этом привое. Привой привлекает из-за того, что там есть рамочка, запах прополиса, и вот это все благоприятствует для поимки роя. Также есть у меня и вот такие ловушки, но эти ловушки я уже опускаю в подпол. Когда рой попал сюда, предположим, и я эту ловушку в мешок вверху завязываю и опускаю в подпол, там в погреб, кто как. Я лично в подпол. Вешаю также в тенечке, чтобы не солнечная сторона была. Для того, чтобы знать, какой вес роя, я вот, допустим, взвесил пустую роевню. В ней там 600 там, грамм или 700. И поймал рой, взвесил, и сразу видно, сколько в рою килограмм. Есть и вот такие привои. Это уже с козырьком у меня. Они как вроде лучше закрывают рамку от того, чтобы она не могла испортиться от солнышка или от дождя намокнуть. Вот дождик, допустим, пойдет, этой рамке ничего не страшно, потому что она под козырьком, ей удобно пользоваться. Вот ее тоже вешаю на 2-3 метра где-нибудь на кустах, там на сливе или яблоне или терн, там, ну что вокруг моей пасеки есть. Также над ульями